На площадке у кинотеатра «Искра» собрались воспитанники детских садов города Видное. В честь Международного дня защиты детей в нашем районе уже 12-й год подряд проходит фестиваль детского творчества дошкольников «Мир распахнутых сердец». Мне бы хотелось сказать спасибо всем взрослым, педагогам, воспитателям, которые действительно защищают наших детей. Они делают то, что делает их сильнее, образованнее, умнее. Вы помогаете детям развиваться и физически, и нравственно, духовно. Всех собравшихся пригласили пройти в большой зал кинотеатра, где начался праздничный концерт. В программе принимали участие воспитанники детских садов города Видное. Дети пели, танцевали и читали стихи. Со сцены ребятам рассказали о писательнице Агнии Барто. В этом году исполнилось 110 лет со дня ее рождения. В зале почти не было свободных мест. Многие из родителей стоя наблюдали за выступлениями своих детишек. А в это время возле кинотеатра работали развлекательные площадки. Фитнес-клуб Family Wellness провел танцевальную зарядку для маленьких гостей праздника. Желающие могли попрыгать на батуте, а родители понаблюдать за радостными улыбками своих деток. Можно пойти вместе со всеми детьми, посмотреть, как дети занимаются разными видами спорта, танцами. Мне приятно было посмотреть, мне сегодня дочка выступала. У меня в самой пятеро внучек. Защита детей – это любовь к детям, солнце, радость, мир. Самое главное, чтобы детей любили, чтобы дети не болели. Также родители имели возможность сделать детям подарок. В тире можно было выиграть мягкие игрушки. Ну а сами главные герои праздника остались очень довольны. Мне больше всего понравилось танцы, песни. Мне понравилось, как девочки танцевают. Мне все понравилось. Символично, что светлый праздник детства приходится на первый день лета. Впереди малышей ждут игры на свежем воздухе и поездки за город. А для тех, кто останется в городе, с сегодняшнего дня открываются детские оздоровительные лагеря. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.